Всем привет! Мы находимся во Флориде Молл. Смотрим, народу здесь совсем мало. А все еще потому, что многие отделы закрыты. Закрыты в основном отделы франшизные, у которых... О, нет, Банана Репаблик. В общем, у которых по всей стране много точек, они в основном все закрыты. А вот мелкие такие бизнесы, они еще пока что открыты. Вот, например. Сумочки какие-то продают вот здесь. Что? Вот Adidas закрыт, например. Ну, то есть кое-что открыто, кое-что закрыто. Michael Kors открыт. Вот какой-то отдел закрыт тоже с косметикой. MAC закрыт, знаю. Обеденная зона открыта. Вот, например, тоже с нижним бельем отдел закрыт. В общем, половина молла закрыта. Людей реально меньше, чем обычно. Раз, наверное, в 6. А то и больше. Видите, как пустенько. Хотя сегодня не выходной, сегодня вторник. Ну, в общем, такая вот обстановка у нас пока на данный момент. Мобил закрыт. Так, Брайтон тоже закрыт. О, Тесла открыта. Хотите сегодня Теслу купить? Можно купить. Пожалуйста. Покупай, не хочу. Все работает. А мы идем в Apple. Нам интересно посмотреть. Опа, вот он не работает. Нам было интересно посмотреть, работает он сегодня или нет. Как вы видите, не работает. Здесь обычно всегда очень много народа. В общем-то, это все, что мы хотели сегодня вам показать. Новости с полей. Всем пока! Вот зачем-то повесили кроссовки, какие-то ботинки. Видели такое в гетто, наверное, на проводах. Вот такая вот композиция. Мы не знаем, что там случилось, но очень много машин, полицейских. Перекрыли дорогу всю. Да, и отправляют куда-то нас всех в объезд. Вау. Я так думаю, наверное, контейнеры с коронавирусом рассыпались по дороге. Да, очень много полицейских машин. И еще, по-моему, большая машина. Да там пожарные стоят машины, да. Но это он комплект такой, вот еще подъезжают. Да, очень много. Может, не, ну перекрыли все. Слушай. Почему нет? Да ладно, проедем, может, что увидим. А представляешь, проедем и ничего не увидим. Можем ничего не увидеть, да. Да? Ну, конечно же, вирус-то он незаметный. Только куда? Как это все убежать? Угу. Если даже спросишь, ты не поймешь же. Ну, просто ты слушай. Смотрите. Ничего не понятно. Ну, очень интересно. Они что-то, смотри, все в багажник залазят. Пойдите вы так, туда вон подальше. Так, вон там, вон, что-то... В... А, просто видать, авария. Да, просто расхерячился. Еще да. Смотри, вон людей. Видать, да. Смотри, его вытаскивают из машины, вытаскивали их. Видать, на скорости очень сильно долбанулись. Да. Вот так, друзья, не превышайте скоростной режим. Вижу только одну машину, вот эту расхеряченную. Да, а, нет, вон вторая. Пожарных. Она с другой стороны с дороги. А, угу. Поэтому. Так вот, едьте аккуратненько. Так, снимаем, что дороги сейчас достаточно пустые. Туристы многие уехали, а новые не приехали. Вот такая пустота. Всегда бы так ездить, в смысле? Ездить, да. Ездить, конечно, всегда бы так, а так
очень грустно и немножко страшно, что будет дальше в плане мирового кризиса. Нам вот кажется, что это все сделано было специально для кризиса. А что вы думаете по этому поводу? Очень интересно. Вот так вот самолеты. Самолеты проезжают прямо над машинами. Такое вот чудо американской техники. Видите? А все почему? Потому что с коронавирусами им не дают приземляться в аэропортах, и они вынуждены садиться прямо на автотрассу. Вот видите, вот. Мы вот прямо сейчас ровно под самолетом проезжаем. Вот так это выглядит. Ну, это, конечно, была шутка. С вирусом тут ничего не связано. На сим кончаем. Здоров, ребята. Мы вот так вот загораем. А как вы проводите свое время? Я смотрю, гольфисты тоже не особо переживают по этому поводу. В связи с всемирным карантином приходится загорать около своего дома. Что мы и делаем сейчас. Все публичные места закрыты, кроме магазинов с продуктами. В том числе, конечно же, и бассейны, поэтому приходится загорать здесь. Даже наш бассейн от комьюнити, наша тренажерная от комьюнити тоже закрыта. И наш тренажерный зал закрыт. В общем, беда, но мы не сдаемся. Будем загорать, слушать музыку. Кстати, забыла сказать, правительство США отправит чеки всем американцам, кто платит налоги, в размере 1200 на каждого, плюс за каждого ребенка $500 в связи со сложившейся сложной ситуацией. На самом деле это, конечно, очень мало, но согласитесь, это лучше, чем ничего. Будем надеяться, кризис после этого будет не сильный. Ну а мы в очередной раз с вами прощаемся. До новых встреч. Берегите себя. Пока-пока. Приехали на распродажу спиртных напитков в один из ресторанчиков. Называется Сейта Суши. Вот, посмотрите, у них тут реклама. Работают to go, то есть на вынос. Здравствуйте. Что у вас сегодня на распродаже? Проходите. Ладно, смотрим. Красота, но пусто. Вот они вот это все распродают. Всякие разные. По себестоимости, чтобы вы понимали. Это лепешечки какие-то на вынос, видите? Вот они работают туго. Сейчас. Как, в общем, большинство ресторанов. Осили, да, можем снимать. Давай рассказывай нам, пожалуйста. Вот, смотрите, вот это красные вина, которые у нас есть. Вот это белые вина, которые у нас есть. Вот это все саки. Саки. Они отличаются, там вы можете... Вот какой вкусный, ты говоришь, вот это, да? Ага. Ну, это вкусный, да, очень вкусный, он будет. Давай сладенький. Давай попробуем. Ага. Да, и... Ну, сейчас мы проверим цены и потом... Да, цены обязательно. Это мы знаем. Грейгус. Грейгус водка. Ну, все, сейчас давайте цены. Давай. Так, вот цены. Сейчас мы посмотрим, что мы хотим. Например, вот это называется Карен Кой, да? Карен Кой. $15 стоит. Тут онлайн $15. Вот это мы возьмем вино, оно стоит $10. Белое. То есть мы еще вот со скидочкой. Берем, да, и вот это красное тоже берем. Красное тоже $10. И вот это мы еще спросим цену тоже у кого-нибудь. Чай спрошу. Ага. Вот здесь продаются суши to go. Можно забрать с собой $10. Вот такая вот упаковка. Мясо с маринадом. Да. Очень хороший ресторанчик. Мы ни разу здесь не были. Один раз пытались, но было все забито. Но здесь работает наша знакомая Юля, официантка. Вот сейчас вот так вот все грустно. И нет людей совсем. Так, вот пока вот такую вот мы возьмем партию. Вот это вино $20 стоит здесь. А так оно стоит раза в два дороже, если его покупать в магазине. Говорят, очень хорошее.
В общем, пируем, как можем. Так, вот мы берем вот эту вот кучку. Сейчас посмотрим, сколько это все вышло. Ну, во всяком случае, говорят, что это дешевле как минимум процентов на 25, чем в магазине. В самом дешевом. Да? Ну все, спасибо. Сейчас посмотрим. А что, молча все? Пощупала все. Так, вот у нас вышло, смотрите, $138. Нормуль. Все. Ну, вот такие вот у них сейчас цены на коктейли какие у них? $8, да? Вот это регулярные обычные цены, а сейчас $8 за коктейль. Мы сейчас один возьмем, попробуем. Посоветуй нам. А вот этот, что ты сказала, он полусладкий какой-то? Он как этот, Japanese whiskey sour. Он очень вкусный. Возьмите, да? Давай я такой попробую. Вот вы думаете, это анализы, да? Нет. Это лимонад. $5 стоит. Вот сейчас это куда-то отвезут. Так, вот нам разлили коктейль. Как он называется? Kyushu Sour. Kyushu Sour. И пивка японского. И пивка за $4 со скидкой. Ну что, давайте за отсутствие коронавируса в наших организмах. Чтобы залы быстрее открылись. Да. Уж. И так вот нам дали вот такие вот анализы бесплатно. Это лимонад. Мы оставили $15 чаевых за это все. Потому что мы так захотели. Вот люди здесь работают на ToGo. Кстати, со вчерашнего дня введен комендантский час. Нельзя выходить с 11 вечера до 5 утра. Только если вы работаете. Но полиция может остановить и это все разузнать. Ресторанчик небольшой, но очень красивый. Так все оформлено. Интересно, видно, что дорогой. Цены здесь средние, ресторанные. Как вот оформлен он, интересно. Вроде бы небольшой, но такой уютный. Все такое красивое. И пустое. За окном красота, за стойкой никого. Ну все, спасибо вам большое. Скоро, спасибо. Надеюсь, увидимся. И вы откроетесь, и мы откроемся. Пока. До встречи. Спасибо. Все. Идем домой. Мало того, что по содержанию похоже на мочу, так это еще и называется моча. Лимонад. Лимонад моча. Ну ладно, попробуем. Юра какого-то. Юрина моча. Говорят, алкогольный. Попробуем. Дорогие друзья, все.